Надо будет сфоткаться с ним. Короче, хрен знает, почему там заблокирована улица. Возможно, какой-нибудь самоубийца спрыгнул с крыши и размазался. Правда, Влад? Да. Вот, у нас есть очевидец этого происшествия, Владислав Сайковс. Кошерная еда, мой стиль жизни. Да, его не волнует, что там полиция, там самоубийцы. Ему чисто главное кошерная еда. Кошерная еда. Считать бабосы, там экономить. И иногда покупать айфоны дорогие. Ну еще крутить песик. И песик. Лишние растраты, бля. Майкл Джексон. Да, это плавно. Джексон? Да, Джексон. Майкл Джексон, посмотри. Билли Джин. А ему надо бабосы давать? Зачем мне сзади? Я ничего не вижу, что происходит. Я вообще ничего не понимаю. Какой он классный. Просто какой ебаный Джексон. Я отфоткал. Майкл Джексон просто супер.